субботу, 12 ноября, в развлекательном комплексе «Сити-центр» началось первенство по бильярду в программе круглогодичной спартакиады коллектива физической культуры открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Первенство нефтеперерабатывающего завода по бильярду является 14-м видом заводской круглогодичной спартакиады. Все команды разбиты на 4 подгруппы. В следующие выходные мы разыграем, соответственно, согласно занятых мест в группах, места с 5 по 18 и с 1 по 4 место. В турнирной таблице заводской спартакиады сейчас, я бы сказал, достаточно спокойно, и, скорее всего, оставшиеся два вида спорта, бильярд и плавание, не повлияют на распределение мест с 1 по 4 место. В круглогодичной спартакиаде предприятия лидирует 5-й цех, далее топливно-каталитическое производство. На третьем месте производство переработки тяжелых нефтяных остатков. А что до бильярда, то главный фаворит, пожалуй, команда завода управления. Этот вид спорта для меня лично всегда представляет большой интерес. Что ожидать от соревнований? Ну, конечно же, победы. В очередной раз мы готовы взять первое место, ну и подтвердить звание чемпионов завода. Ну, напарник несменяемый пока Мешков Александр, тоже работник завода управления, отдел главного механика. Какие команды? Ну, сейчас уровень возрос, как бы подрос, у команд занимаются регулярно. Но по-прежнему сильны топливно-каталитическое производство, 5-й цех сырьевой, ну и ПАИС. Экономист отдела материально-технического снабжения Валерий Вячеславович Хлопов вместе с своим напарником вышел в финал, хотя команду 12-го цеха бильярдисты завода управления обыграли со счетом 2-1. Стоит отметить и другие дружины этой группы, команда 11-го цеха и участка охраны. Пусть бильярды и не претендующие на сегодняшний день на первенство, но все же это достойные участники спартакиады, которые, несомненно, украшают жизнь Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Да, здорово, что проводится спартакиада. Организация на высшем уровне, представляет наш цех Сухонос Руслан, Шахлан Сергей. Ну, участвуем — это хорошо, но хотелось бы добиться какого-то результата, выйти в финальную стадию. Покажем себя с наилучшей стороны. В других группах команды трамвайного управления, топливно-каталитического производства и 5-го цеха завоевали пропуск в финал, который состоится воскресным днем, 20 ноября, начало в 13:00. В тот же день с 9 часов утра будут разыгрываться места с 5 по 8. Суббота, 19 ноября, это игры с 13 по 16 и с 9 по 12 места первенства Мозырского нефтеперерабатывающего завода по бильярду.